Кольцо третьей рабочей не поделили внедорожник и хэтчбэк. Одной из причин аварии стал женский каблук. Авария получила статус учетной. Два разногабаритных автомобиля Toyota Hilux Surf и Toyota Vitz пополнили статистику городской ГИБДД. Траектория движения у автомобилей была разная. Место встречи – кольцо третьей рабочей. Хэтчбэк ехал с Котельникова в сторону проспекта Красного Знамени, за рулем находилась женщина. С кольца на проспект Народный катился внедорожник. Рулевая Вица увидела двигающийся большой автомобиль, хотела пропустить, но внезапно каблук ее сапога соскочил с педали тормоза, в итоге компактный легковой автомобиль влетел в Сурф. Люди в ДТП не пострадали, повредилось железо. На место происшествия прибыл аварийный комиссар, но участники ДТП отказались от его услуг и позвонили в городскую ГИБДД. Полицейские прибыли, составили схему и, чтобы не образовался огромный транспортный затор, убрали машины с проезжей части, благо две «Тойоты» были на ходу.